Это может быть ловушка. Я должен быть осторожным. Это старая электростанция. Я думал, она брошена. Что я должен здесь сделать? И куда же мне теперь идти? Должна быть какая-то подсказка. На этот раз это была фигурка бабочки. Значит, нужно искать бабочку? Электроконденсатор. Судя по гудению, еще работают. Бабочка на двери. Туда-то мне и надо. Куда ведет эта труба? У меня дурное предчувствие. Не стоило лезть в эту трубу. Это самоубийство. Стекло. Битое стекло. Острое, как бритва. Назад пути нет. Придется ползти вперед. Попытаюсь ползти медленно, чтобы не так сильно пораниться. Пламя спички укажет, откуда идет воздух. Я смогу узнать, куда мне двигаться. Thank you.
Темно, хоть глаз выколи. Где там спички? Я должен держаться. Ради Шона. Надо выбираться отсюда. Должен же быть выход. Я не первый, кто здесь оказался. И этот парень уже не добрался до выхода. Проклятая труба. Шон погибнет из-за меня. Я даже не знаю, где окажусь. Может быть, прямо в аду. Прыгнуть или не прыгнуть? Вот дерьмо! Мне не из чего выбирать. Другого выхода все равно нет. Я не сдамся. Ясно. Похоже, у меня и правда нет выбора. Черт!
поле электрических конденсаторов. Я должен пройти через него, чтобы добраться до бабочки. Надо внимательно смотреть на конденсаторы. Если не ошибусь с маршрутом, может, смогу выбраться отсюда живым. Бабочка! Тут бабочка! Надо сосредоточиться. Одно неверное движение, и меня шарахнет током. Я, должно быть, потерял много крови. Едва не падаю.